И перед просмотром моего видоса я рекомендую тебе канал девушки, которая ведет его, и у нее неплохо получается. На этом канале много видосов по таким играм, как Танки Онлайн, Танки Икс, Агарио, Петридиш, много стримов, также нарезок и много других рубрик. Для того, чтобы заценить весь этот контентик, потому что он реально затягивающий, то переходи по аннотации, которая появилась на твоем экране, или же по ссылочке в описании, и обязательно подписывайся на канал этой девушки. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости моего канала. Ребятки, я, Дим Федоров, снимаю для вас замечательную рубрику по игре Танки Онлайн. Эта рубрика называется «Спаси Голд». Многие ее уже знают, многие просто, может быть, первый раз видят. Но если вы первый раз ее видите, то суть рубрики такова, что у нас есть Голд, который лежит на центре, потому что карта Эдинбурга здесь, он только в одном месте. И нам нужно его как раз-таки забрать, то есть спасти и насладиться именно 1000 кристаллами, которые очень жестко заминированы. Если мы приглядимся сюда, на этот проходик, то увидим большущее количество мин. И много, конечно, защитников, которых нужно будет слить очень жестко. И я выбрал сочетание Васпа, Рельса, Красочки, Енот. Я все-таки надеюсь, что моя-то Васпа, Рельса, может быть, как-то мне поможет в сегодняшней непростой битве, потому что парни у нас очень опасные. Огромное спасибо им за то, что пригласили меня сюда на этот Спаси Голд. Но, блин, хреново то, что Эдинбург. Все-таки, ребятки, если многие смотрят и не первый раз видят эту рубрику на моем канале, то понимают, что Эдинбург, она как бы и интересна своим, скажем так, рандомом. Потому что здесь реально может решить рандом и, ну, где-то процентов 40 сам скилл взятия голда. То есть, смотря кто первый разминирует мины, кто второй у нас как раз-таки подъедет за тем, кто разминирует мины. Конечно, тот, кто разминирует мины, подорвется, а тот, который ехал за ним, просто заберет голд. Вот и все. Вот и вся схема взятия голда на этой замечательной карте. Многие, кстати, карты уже были у меня, скажем так, обновлены, потому что в последнее время у меня выходят и редкие карты, ну и Эдинбург надо тоже как бы иногда покорять, иногда записывать и, конечно же, наслаждаться именно этой картой, потому что когда-то с этого Эдинбурга многое начиналось, и много видосов у меня уже по этой карте, и, конечно же, Спаси Голд на этой карте, ну, в какой-то степени даже намного интереснее, чем на других редких картах. Так. Ну что я могу сказать, голд-то, как вы видите, выпал не очень-то и долго приходилось нашим защитникам его набивать, то есть 10к и уже голд лежал, но 10к на пятерых игроков это, скажем так, не очень-то и мало, потому что все-таки 10к, 10 тысяч кристаллов по итогу, ну если так рассуждать, то 7 тысяч кристаллов, как говорили наши разработчики, уверяли нас, что 7 тысяч кристаллов, все, вы уже можете наблюдать голд на вашей карте. Ну и что мы на данный момент наблюдаем? Ни хрена мы не наблюдаем, то есть 10к и голд выпал, то есть... скажу я вам, что возможно у нас будет еще один голд, второй по счету, и у нас будет двойная сирена, это будет просто мега эпик аппупенная серия. Но я еще раз могу сказать, что моя команда, она не очень-то уж так вот старательная, как вы видите, они реально пытаются что-то сделать, но особо ничего здесь от них я не получаю, то есть никакой помощи, ни хренашеньки. Так. Никто там привета ничего не хотел, ну и, значит, не будем никому передавать эти приветы. Так, ну что, вот тут одна мина, там еще какая-то мина, и в итоге где-то, ну, наверное, одну или же меня убили, или же я все-таки второй мины подорвался. Я, наверное, поеду через низ, потому что реально я понимаю, что здесь около трех человек, и через низ будет намного эпичнее и, в принципе, намного-намного прибыльней. Возможно, я не уверяю, что прям стопроцентно. Так, ну понятное дело, что рикошет будет стрелять по мне, в итоге мы его немножечко обдурим. Так, давай, пошел. Красавчик. Подрываем мы еще одну мину, подрываем полностью все проходы, понимаем, что здесь мин. Здесь мин нету. Это что, разве мины? Сзади мин у них нет. То есть мы понимаем, что сейчас вообще изи можно взять и заехать со стороны вражеской базы, спокойно разминировать немножечко там мин, потому что их мало, и забрать голд. Больше другого варианта здесь наилучшего я не наблюдаю. Сейчас мы проезжаем, опять же таки видим малое количество мин, но понимаем, что уже половина игроков просто переехала на эту половину. Сволочь ты какая! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он меня тут ваншотнул. Понимаем, что у них остается на этой половине всего лишь один титана рикошет. Рикошет у него, я так понимаю, М2. Да, М2. Или же даже М1, я даже не могу сказать со стопроцентной точностью. Вижу, что еще один там титана жиговод находится. Ну, я вижу, они так разбрелись, 2 по 2.
и один на центре. Неплохая тактика, скажу вам, но, блин, если мы сейчас будем иногда меняться позициями, то есть заходя сначала со стороны нашей базы, потом со стороны вражеской базы, у нас будет просто опупенное сопротивление, и мы будем реально нагибать и много всего наделаем. Сейчас мы проезжаем сквозь эти мины, которых, как вы видите, здесь мало, мало, мало. Мина, мина, мина. Три мины собрал, три отличненько мины я собрал. Слить надо половину игроков, я это очень сильно понимаю. И я понимаю, что залог успеха и быстрого взятия голда именно заключается в том, чтобы сливать игроков. Моя команда, я не знаю, они какие-то, наверное, такие не скилловые парни. Может быть, несколько раз играли, точнее, и играли несколько раз в этой рубрике, участвовали в ней. Но, блин, что-то я не вижу, чтобы они как-то пытались слить их. Так, легенда о футболе говорит мне, снимаю ли я. Конечно же, я снимаю, перейду я. Привет, братан. Так, минус один. Ай, вообще красавчик. Тритон слил одного игрока. Это очень даже хорошо. То есть слился у нас громовод, я так понимаю, мин мало стало, по идее. Точно утверждать я не буду, но по идее должно быть меньше мин на самом-то деле. И сейчас мы попытаем счастье в слитии второго игрока. Та сволочь. Спрятался он. На. Вот так тебе. Я понимаю, что мин, вот точнее мин жизни, хпшек у него практически нет. Он без хпшный уже, без аптечный игрок. И вроде бы зида у них тоже, я так понимаю, нету. Поэтому слить их вообще изи можно. Как вы видите... Да, Изиды реально нету. Изиды нету. Да сливайте вы его уже, господи, он на нулях. Ну неужели так сложно так вот взять, выстрелить и слить его нахрен, чтобы не мешался он здесь у нас. Так, Тритон, я не знаю, что-то Тритон стоит, ждет, пока что ли мы все разминируем, или что, я просто не понимаю его вообще никак. И вы, его точнее, поехал, нихера, нихера. Старается, что ли, парень, услышал, что ли, меня. Так, тихо. Ну, давайте мину тут разменяю. Все-таки я уже на нулях хп. И толку того, что я там что-то попытаюсь сделать, в любом случае Жига подъедет, сожгет меня и будет просто не изи, не камбэчно. Так. Вот так мы делаем. Включаем аптечечку. Даем рису именно этому игроку. Еще ему присандулили. Сливаемся, подрываем половину мин, понимаем, что наш подъем полностью разминирован, ребятки. Сейчас остается лишь дело за малым. Залезть в какой-нибудь фантом, как вы понимаете. Попробовать себя в роли немножечко стратега в плане долгого жития в фантоме-то. Занарить аптечку, разминировать еще одну миночку, еще тут половиночку разминировать, конечно же. Большую пользу принести нашей команде. И, в принципе, ну вот, фантом уже залез. Один фантом у них уже на базе. Ну, я так понимаю, что парни-то не первый день-то готовят спаси голды. И, по идее, они, скажу я вам, ну, хотя бы немножечко должны иметь представление о том, что фантомов возить-то нехорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Но этого рака все равно сливали, поэтому смысл-то... Смысл в нем сидеть... Леха-муха. Лагерь-то сраный. Стреляй, стреляй по нему. Минус. Замечательно. Минус два игрока. И я так понимаю, что осталось у них всего лишь таки три минерных игрока. Если сейчас смоку. Смока сольет Жигу. Но вроде бы нет. Увы, увы, но не сегодня. Не сегодня будет праздник на нашей улице. Рель пуликов. А, рель пулика. Господи, меня сбили. Охренеть. Я не знаю, кому бы тут лучше... Мне кажется, было бы дать рельсу, но, наверное, вот этого урака давайте мы сольем. Я так понимаю, все, меня и так, по идее, убьют. Но должны вроде бы его... Да, отлично, сливают. Отличненько. Так, ну, я вижу, все. Вся команда перебазировалась на эту половинку. И я думаю, что ну, стоит разочек съездить на половину вражеской команды и попробовать себя в роли... как вот называют этого игрока... этого человека, который разминирует мины. Сапера. Во, слава тебе яйцам. Так... Так, аптечка, еще аптечка,
Еще, блин, ну тут мин дохренище, я вам скажу, но не так уж много, как на той половине, и в принципе, ну если я буду так вот частенечко там появляться, хоть немножечко так разминировать себе по проходику, по миночке, по еще какой-нибудь... Тихо. Так. Димка, го фантом, говорят мне. Ну а смысл-то фантоме на данный момент? Я-то все равно живой. Я-то стреляю, я-то пытаюсь, я-то что-то стараюсь. Но ни хрена у меня не выходит. Так. Собачья ты качалка. Капец просто. Да, слил на последних ХП, когда у меня практически не было жизни, когда я реально мог спокойно сдохнуть, я просто взял и слил этого игрока. Это похвально, это замечательный большой прорыв, шажочек такой в сторону реального большого нагиба. Да иди ты нахер, Тритон! Катается он тут. Вот так вот, в пулемета. Так, сейчас будем расстреливать их просто вот так вот. Ай, получила. Так, тихо. Да ты чё, попался, что ли? Нифига там мин. Мины всё-таки ещё есть. Мины есть. Ой. Оу, ещё минус один игрок. Ну просто сказка, ну просто изи. Изи будет сейчас взятие, потому что они реально начинают держать танками. Это... Да ну нахер, ну неужели возьмет? Ну какого хрена? Второй гол! Как я и говорил, ребятки, нахер сливаемся просто. Ну, парню-то повезло, парня подсадили, ну можно сказать, тот же этот рековод, я так понимаю. Парня подсадили, парень забрал голд, и парень просто молодечек, вообще Васька. Так, а я поеду с их стороны, я пока успею, я думаю, что я успею заехать с их стороны. Парни должны ритовать, по идее, держать, стараться, пытаться. Так. Да ну нахер, да тут мин до хрена еще. Тут еще много этих мин, и вон, как вы видите, влетит голд. Он уже упал, и я так понимаю, что фантом один лишь. А единственный зарешает большую. Большую. Коробку. Так, тихо. Ну, бляха-муха, ну какого ты черта? Господи, извини. Хотя не извини, этот придурок меня немножечко оскорбил вначале, вот именно вот этот тут. Against the power. Так, отлично. Поэтому пошел нахер, придурок. Так. Ай-яй-яй-яй. Сейчас бы одного из игроков бы. А это дождаться-то в фантоме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошел ты нахер. Тихо. Тихо, не пускать его. Так, минус один игрок. Блин, да что я делаю? Да что я сейчас делаю? Давай, да какого хрена? Это что было-то? Это какого? Как он меня... Неужели убил? И сам уничтожил. Ну все, взятие. Взятие, да? Третий гол! 11 673 тысячи кристаллов. Три голда подряд. Тройная сирена, твою ж мать. И я надеюсь, что все-таки третий голд я так и заберу его, потому что меня в этот раз какого-то хера, какой-то волной громовой меня просто взяло и убило. Какого фига мне так не повезло? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как бы мне тут получше себя проявить? Так, минус один игрок. Валим, не получаем дамага от рикошета. Понимаем, что сейчас решать будет большущее везение. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Слить, сволочь тупая. Тихо, отлично, хоть минами его убили, мистер Денчик. Это было прикольно, красиво, я вам скажу, но...
Это не говорит о том, что я сейчас заберу голд. Как вы видели, просто парень пролагал под Титана, Титан насрал прямо на него, на его голову, и он, конечно же, сам... Да какого черта? Четвертый голд! Четыре голда подряд! Охренеть, это что за спаси голд? Ой-ой-ой! Твою мать! Я не верю в этого. Я сплю, что ли? Или что это творится? Этого быть просто, мать его, не может! Четыре голда подряд! Охренеть! Просто охренеть! Ну все, я тут сдох. Четвертый лет. Я не удивлюсь, если даже будет падать пятый. Я просто не удивлюсь. Это просто какая-то очень даже сильно голдоловская карта. Четыре, мать его, голда подряд. Вы себе представляете это, ребята? Когда такое было-то? Ой, это мой шанс. Ой, это мой шанс. Это мой шанс. Иди ты нафиг, я сказал. Да какого хрена ты меня убиваешь? Сволочь тупая. Вот если бы не он, я бы забрал голд. Я был уверен на 100%. Четыре, мать его, голда. И, конечно же, сейчас заберу какой-нибудь аутист, ей-богу. Да так и будет. Сейчас вы увидите. Ну, ой, Тритон, поздравляю с золотым ящичком. Вообще красавчик, ёпта. Никто не помешал, конечно же, без какого-либо сопротивления забрал этот голдик. Ну, я поздравляю всех, конечно же. Ну какого фига, ну блин, ну так жалко, что не я взял, вот, прям не повезло, вот не знаю, то ли удача отвернулась от меня и повернулась другой точкой, пятой, конечно же, то ли еще что-то произошло, но блин, как вы видите, я просто пытался взять на всех силах, пытался хоть как-то протиснуться до этого голда, никак уж мне не удалось, но я надеюсь, что понравился вам этот выпуск тем количеством голдов, которые выпали на этой карте, и я думаю, что многие, конечно же, этого давным-давно не видели. Последнее это время наше. И, в принципе, я думаю, этот видос все-таки заслуживает лайка и подписки на мой канал. Конечно же, также на мой паблик, где проходит много информации. Первыми вы узнаете, если будете подписаны на мой канал, о всех нововведениях на моем канале, о всех рубриках новых и всем остальном. С вами был Димка Федоров. Удачных вам, не знаю, чего, каникул, которые будут скоро совсем. Поэтому давайте, ребятки, поднажмите, исправляйте все свои оценочки. Конечно же, получайте нормальные оценочки в полугодии, или что у вас там, я не знаю, или что. А, там же по четвертям получается, да, в четвертях. Радуйте своих родителей, играйте в танки онлайн, наслаждайтесь, набирайтесь большим количеством позитива, ловите много-много-много голдов и зовите меня на спаси голды. Всем удачи, всем пока, ребят.